Здравствуйте, мои родные, здравствуйте, мои дорогие подписчики и уважаемые зрители. И сегодня в видео вы узнаете, откуда шрам у певицы Максим на переносице. Также вы узнаете, сколько проблем и неприятностей пришлось пережить этой хрупкой, очаровательной певице за последние 3 года до нынешнего момента. Если вы следите за певицей, то знаете, что Максим почти на целый год пропала из поля зрения поклонников, и на то были свои причины. В 2019 году певица Максим попала в жуткое дорожно-транспортное происшествие, после которого восстанавливалась и приходила к нормальной жизни почти целый год. За это время с певицей случилась страшная депрессия, и на фоне этой депрессии она набрала почти 15 килограмм веса. Но благодаря упорству и занятиям спорта певица смогла похудеть на 35 килограмм. Похудела до такой степени, что поклонники не узнавали ее, а врачи подозревали, что у певицы Максим анорексия. К сожалению, на фоне всех этих неприятностей у певицы возникла тяга к спиртному. Случился выкидыш уже на большом сроке беременности. У певицы был сильный стресс, организм дал сбой, и Марина Абросимова попала в больницу на сохранение. Спасти ребенка не удалось. Примерно тогда же у Марины тяжело заболел отец. У него была 4-я стадия рака. Потеря ребенка, сильные боли после аварии, неурядицы в личной жизни подтолкнули Марину вновь к алкоголизму. Звезду не волновало, что дочери постоянно видели ее нетрезвой. Однажды она допилась до такой степени, что ее увезли в реанимацию. Дорогие друзья, очень много в комментариях вы пишете, откуда же у певицы Максим шрам на переносице. И есть несколько вариантов. Некоторые считают, что это последствия нападения насильника еще в юные годы. Большая часть поклонников уверена, что это результат дорожно-транспортного происшествия в 2019 году. Ну а сама певица Максим открыла достаточно банальный секрет, что шрам на переносице у нее еще возник в юные годы, когда она ударилась носом о стол. Поэтому, дорогие друзья, не ломайте голову, теперь вы знаете все секреты певицы Максим. Дорогие друзья, ну чтобы подытожить, несмотря на все неурядицы, певица Максим упорно идет к своей цели, всего добивается сама. И будем надеяться, что в такой тяжелой ситуации, как сейчас, она выйдет из медикаментозной комы и обязательно порадует нас своими новыми выступлениями. Все на сегодня, дорогие друзья. Спасибо за просмотр. Берегите себя. Увидимся.